Всем привет! По результатам голосования, проводимого в группе ВК, в котором, кстати, приняло 10 500 человек, победила фирма EVGA. Именно по этой причине в этом видео речь пойдет о линейке видеокарт GeForce GTX 1070 и GTX 1080 от компании EVGA. В данный момент для семейства видеокарт GTX 1080 компания EVGA представила 8 моделей из 9 анонсированных, а для GTX 1070 6 видеокарт. На самом же деле вы смотрите не на 8 или 6 различных видеокарт, а только на 3 в каждом из случаев. И сейчас я поведаю вам почему. Поговорим сначала про семейство видеокарт GeForce GTX 1080. Первая видеокарта из трех – это референсная видеокарта GeForce GTX 1080 от компании NVIDIA, которая представлена в 4 вариациях. Первая вариация – это непосредственно референсная видеокарта от компании NVIDIA под названием Founders Edition. Данная видеокарта производится компанией Foxconn и ее стоимость $700. Далее это референсная видеокарта с упрощенным дизайном кожуха радиатора стоимостью $620. Следующая вариация это видеокарта GTX 1080 Gaming. Это референсная видеокарта, у которой система охлаждения заменена на фирменную под названием ACX 3.0. Стоимость данной видеокарты также $620. И четвертая видеокарта это GTX 1080 SC Gaming. Это та же видеокарта GTX 1080 Gaming, но с разогнанным графическим чипом, и только из-за этого ее цена больше на $30, чем у предыдущей видеокарты. Теперь вы поняли, почему на самом деле это одна и та же видеокарта. И по этому поводу я выскажу свои мысли. Я бы не брал бы вариацию Founders Edition, так как это неоправданно дорого. И нет смысла переплачивать, когда такую же видеокарту можно взять за $620, а не за $700. Кстати, вот такой упрощенный вариант видеокарты от EVGA – это самый лучший выбор, так как похожие продукты от конкурентов стоят больше, а внешне уродливее. Но в итоге из этих 4 видеокарт я рекомендую GTX 1080 Gaming с фирменным охлаждением ACX 3.0, так как из-за своей системы охлаждения она выгодно отличается от Founders Edition. Она более тихая в работе и более эффективная в охлаждении. Более дорогой SC вариант этой карты брать нет смысла, так как видеокарта сама хорошо разгоняется до тех же частот, на которых работает SC Gaming. Вторая видеокарта это FTW Gaming и ее 3 вариации. Сама FTW Gaming это видеокарта с хорошо разогнанным графическим чипом и 12-фазной системой питания. Она является очень достойным продуктом и оптимальным выбором среди всех видеокарт GTX 1080. Подробный обзор на эту видеокарту вы можете посмотреть на моем канале. Ее стоимость $680. Видеокарта FTW DT Gaming. Это та же FTW, только чип работает на частотах референсной видеокарты. Стоимость данной видеокарты $670, хотя еще недавно она стоила $650. Видеокарта FTW Hybrid Gaming. Это все та же FTW, но вместо обычной системы охлаждения установлена гибридная. Графический чип охлаждается жидкостной системой, а память и элементы питания воздушной. Стоимость такой видеокарты $730. И четвертый вариант это FTW Hydro Cooper, которую анонсировали, но еще не представили на широкое обозрение публики. Отличие этой видеокарты от стандартной FTW будет заключаться в том, что вместо стандартной системы охлаждения на нее будет установлен водоблок от компании EK. Насчет стоимости данной видеокарты ничего не могу сказать, так как нет никакой информации, но могу предположить, что цена будет в районе $750-$780. Из всех вариаций видеокарты FTW я бы рекомендовал бы DT-версию, если бы она и дальше стоила $650. Потому что... Первое. Незачем переплачивать за повышенную частоту чипа с завода, на которой видеокарта даже не работает. Так как она работает в 2D-приложениях на частоте 250 МГц, а под нагрузкой в 3D-приложениях частота повышается до 2 ГГц. Второе. Я не рекомендую покупать видеокарты с гибридной системой охлаждения, потому что жидкостная часть системы является необслуживаемой, ввиду чего со временем могут появиться проблемы. И третье, покупать видеокарту с уже установленным водоблоком я не вижу смысла, так как ее стоимость равна стоимости самой видеокарты,
плюс водоблока в отдельности, то есть нет никакой экономии при покупке видеокарты с предустановленным водоблоком. И третья видеокарта – это Classified Gaming. Данная видеокарта имеет 17 фаз питания и специально разработана для оверклокеров, из-за чего ее стоимость и равна 750 UE. Все сказанное для видеокарт GTX 1080 также верно и для видеокарт GTX 1070, за исключением частот и количества фаз у референсной видеокарты. Очень крутой особенностью видеокарты GTX 1070 FTW является то, что это по сути GTX 1080 FTW, но установлен урезанный чип GP104 и другой тип памяти вместо GDDR5X установлено GDDR5. Поэтому эти видеокарты кардинально лучше своих конкурентов, так как они не урезаны по системе питания и в перспективе могут показывать большой потенциал разгона и результаты близкие к видеокартам GTX 1080. В заключение скажу, что проведя большой анализ рынка видеокарт семейства GeForce GTX 1080, я сделал вывод, что продукция компании EVGA – это самый лучший выбор на данный момент по соотношению цены и качества. На этом все. Надеюсь, мой обзор был вам полезен.